Крош, а ты не забыл про ремонт? Ремонт – дело серьезное. С ним спешить нельзя. Очень вкусно. А ты, оказывается, хороший повар. Спасибо. Тебе спасибо. Ай да, змея запускать. Здорово. Только сначала неплохо бы посуду помыть. Да без вопросов. Когда закончишь, присоединяйся. Ух ты! Вот это змей! Ну чего ты тут возишься? Давай быстрее!